Всем привет, ребят, на моей маленькой аквариумной ферме. Очередной день, приехал сюда. Вчерашний заказик, рыбка доехала, все хорошо и прекрасно. Сегодня даже не знаю, с чего это бы начать, потому что малька уже покормил, осталось покормить взрослую рыбку, вот эту вот побольше, и вперед в бой, что-то делать. Надо бы разобраться с маленькими вот этими неонами, а то смотрите, вот здесь столько грязи, а это для неона губительная штука, и я смотрю, малька стало мало. Ну, не успеваю немножечко, но это все такое, в скором времени это все очень хорошо наладится. Надо сейчас разобраться с малечком, всем, что там здесь есть у меня, посмотреть по аквариумам, куда-то его забросить, потому что здесь пустой. Ну, остальные, в принципе, заняты аквариумы, и надо будет что-то делать и творить. Здесь свободный, вверху тоже там. Я даже к этому аквариуму и не приближался. И вот скалярошка. Почти вся икра что-то пропала. И у меня вот такое вот одно предположение есть, что свет я выключаю, конечно же. И она ночью, вот эта вот икра портится, потому что с утра я пришел, посмотрел, а там, ребят, много было белой икры. И я вот заметил, что они ее всю отчистили. Осталось немножечко икринки, но, думаю, возможно, это из-за света. Напишите в комментариях, я вам буду очень, конечно же, благодарен, так это или нет, или это мои просто догадки. Ну, что-то надо будет делать со скалярией. Также надо сегодня высаживать уже неончика на нерест. Вот эти вот парочки мои. Опа, лифтик отошел. И надо, конечно же, это все промыть. И много, конечно же, промывок, аэрлифтов, губок, вот этих всех штучек. Я уже начинаю задумываться над стиральной машинкой. Ну, это, конечно же, не сейчас, потому что еще есть куда денежку деть на протоку, на все остальное. Ну и день начинается. С вами Александр. Всем приятного просмотра и погнали! Вот, ребят, аквариум опустил под икринку Данюшки, так как надо будет сейчас вот это вот все слить и подготовить все нерестовички под неона. Время подошло, надо вечерком будет его забросить на нерест. Также заказ 1000 неонов, один заказ и 30 меченосцев красненьких, и немножко кубинцев, и немножко пятнистых вот этих. Сразу же просверлю отверстие и подключу протоку. Потому что вон там я накосячил в прошлый раз с пайкой водой. Вот здесь вот, и там была течь. Я это все перепаял, вот здесь муфточку поставил и установил, конечно же, протоку. Неону сразу же вот так вот капельным путем пускай прокапывает, и будет он на протоке. Будем вот так вот экспериментировать, потому что вот эта вот органика, это для него, во-первых, смерть, во-вторых, посмотрим, как будет на чистой протоке. Какие будут выходы и все остальное. Будем наблюдать за этим всем делом. Также вот этому неончику я сделал протоку. Много, конечно же, но пускай вот сейчас так будет. Сеточек у меня нету. И сейчас, ребят, позвонил человек, который в магазине этом продает. Говорит, вышел. Сегодня, конечно же, у него выходной. Вышел, и надо быстренько скочить за вот этими сетками, потому что надо. Уже где снимаю, где переставляю, это нехорошо. Так как и время теряется, и, конечно же, надо, чтобы они были. Сейчас быстренько убегаю за сеточками, а дальше продолжаем что-то делать. Вот и метнулся за сеточками. Вот, смотрите, такая вот коробочка и такие вот сеточки. Уже, конечно же, использовал немножко, потому что сюда заделал, сюда. Только воду надо сейчас подключить. И также заделал туда, туда. Все пораспихивал, где поубирал. И подключил протоку.
в этом аквариуме убрался, ребят, потому что готовил заказик. И сделал протоку, чтобы было хорошо рыбке. И протока работает, этот аквариум почищен, установил вот уже нерестовички под неончика. И немножечко вот так вот работает. Вот там трубочку, там шлангочку, там то, это. И вот как-то так времечко летит, уже 4 часа дня. Я даже и не заметил. Здесь немножечко нерестовичков установил. И надо, конечно же, всю икринку Даню слить сюда. Потому что надо нерестовики под неона. Подготовил немножечко аквариумов под неона на заказ. Не знаю, ну, есть автобус, но посмотрим, будет он или не будет. Но, конечно же, это будет плохо, если его не будет. И сейчас будем вылавливать неона. Также вот этот вот заказик, это магазин, 30 штучек меченосцев, красных в основном, ну там пару кубинцев и пару пятнистых. Забросил, человек вот так вот попросил. Неончик у меня вот здесь вот, один аквариум, и здесь один аквариум. Маленькие уезжают туда вон наверх, а продажненькая рыбка сейчас по нерестовичкам. И надо этим заниматься, потому что время на месте не стоит. Погнали, ребят. Вот, ребят, и заказик выловлен. Второй. 1000 неонов по 130 штучек в аквариуме, потому что у меня в коробку влазит только 8 пакетов. И вот так вот выглядит 1000 неонов, посортированная в маленькие нерестовики. Завтра на отправку, не знаю, как это будет, конечно же, потому что не уверен, или будет автобус. Но это уже дело такое, будем пробовать, конечно же. Два аквариума опустели. Здесь были такие побольше. Немножко мелких уехало отсюда, и здесь отобрал тоже, но здесь мелких много было. И все неончики вот такие вот, почти продажного возраста, у меня вот здесь вот. Тыщенки две здесь плавает. Такие сантиметр, полтора и поменьше немножечко. Пускай подрастают. Есть еще заказ на 1000 штучек. Одному хорошему человеку. Звать его Игорь. Игорь, если смотришь, привет. Ну, они еще подрастают. Также надо вот сейчас подготавливать быстренько нерестовички под неона. Сегодня я его не успеваю на нерест высадить, так как вода холодная, и они все равно не отнерестятся. И завтра уже высадим его на нерест. Только надо разобраться с икринкой Данио. Данио уедет у меня вот сюда вот, и, конечно же, будет там хорошо себя чувствовать. Также перемещения будут вот в этих вот аквариумах, только уже не сегодня, потому что я, если честно, не успеваю, и мусор тоже не успеваю убрать. Вот смотрите, сколько здесь анциструсят повылазило, маленьких, и пускай они вот здесь вот временно обитают. К ним уедет какая-то рыбка, не знаю еще какая, но это будет просто вот личинка Данио или кто сюда уедет и будет подрастать на протоке. Я думаю, так будет намного получше. Анциструсов больших, чтобы они не подъедали, я куда-то переброшу. Или сюда к барбусам, или к гурамычам, или к неонам. В общем говоря, вот такие вот будут перемещения аквариумов пустых. Ого-го, сколько много. И будем над этим делом, конечно же, работать в дальнейшем. Сейчас поехали подготавливать нерестовички. Вот и еще немного работы в копилочку. Здесь икринка Данио. Есть уже личинка проклюнувшаяся, а в основном еще икринка. Вон там вон нерестовички уже подготовлены. Здесь подготовленные нерестовички. Здесь, здесь. И снова моя пирамида Хеопса, так сказать. Ну, пускай вот стоит. И будем уже завтра высаживать, потому что осмосная вода холодная, и мне 2 литра воды недостаточно вот на один нерестовичок. Было у меня 79 нерестовиков, один я разбил, осталось 78. Но когда появится время, будем это все дело, конечно же, восполнять. Цель есть 150, и я про нее не забыл. Сейчас дальше немножечко работенки. Уже, конечно же, напланировал на неделю вперед, потому что хочу вон Данюшку эту
и эту отсадить куда-то в аквариумы побольше. Ну и в принципе надо почистить, под что-то там подшуршать вот эти вот все аквариумы. И также, ну конечно же, протока и еще раз протока. Надо этим всем делом заниматься. Ну и вот, ребят, рыбки, конечно же, уезжает много, очень много, и это очень большой плюсик, так сказать. Освобождаются аквариумы под какую-то другую рыбку, и это очень хорошо. Я вот так вот смотрю, макроподы там гоняют, пены куча, но надо будет посмотреть, есть ли или икринка, чтобы отсадить самочку, чтобы он просто-напросто ее не избивал, но это чутка попозже. Ну и конечно же, надо подключить сейчас вот этих вот три аквариума под протоку, этот аквариум и этот аквариум, где просверлены отверстия, а там дальше уже увидим. Поехали! Вот и работа на сегодня сделана. Подключен этот аквариум, этот и вот тех три. На протоку пускай малечек себя чувствует, конечно же, хорошо. Я думаю, он будет расти намного быстрее. Вот я так заметил по минору. Ну, будем наблюдать. Наблюдать за этим всем делом, конечно же. И это упрощает намного работу. Ну, я доволен, конечно же, как слово. Но еще впереди много работы. Еще 22 аквариума надо подключить под протоку. Этот здесь есть только воду саму подключить. Здесь вверху тернешки, вишенка, вот этот вот аквариум, там где у меня живородка, малинезия желтая, красавчики вот такие вот, меченосцы Санта-Клаусы, обычные меченосцы. Надо будет тоже, вон вижу, самка пузатенькая. Малинезии вроде бы ничего. Вот это Санта-Клауска. Сейчас даже ее вместе с вами попробуем изловить отсюда. Где это она? А, это, а вот она. Самая такая толстая. Но это, конечно же, не так и легко. Немножко поднял взвесь, но все-таки ее споймал, и вот она одна, и вторая вот здесь вот где-то он прячется. Или это я не ту споймал. Вот зеленая тоже еще беременная, одна и вторая. Ну, пускай плавает. Завтра будем этот аквариум чистить и подключать к протоке, потому что вот эти вот отверстия забились, и смотрите, он через верх вода бежит. Ну, это будет уже завтра. Сегодня нету селенок, если честно. Много надо завтра подключить аквариумов. Но после работы я не знаю, сколько успеем. Но сколько успеем, столько уже и сделаем. На сегодня осталось только покормить рыбешечку. И можно спокойно ехать домой. Так как завтра с самого утра надо приехать и упаковывать вот эту вот рыбку, которую изловили. Ну, вроде бы целый день провозился, но что-то все-таки да и сделал. С вами был Александр. Всем приятного дня, очень хорошего настроения, мирного неба над головой. И до завтра.